Привет, подписчики и гости моего канала. Сегодня у нас 10 октября. Я сижу на лабазе. Приехал в 4 часа утра на лабаз. Вот высидел, наверное, часа 2. Значит, шел, когда по дорожке подходил уже к овсу, слышал убегающего зверя. Скорее всего, был медведь. Все наше поле он просто вытоптал в хлам. Ничего не оставил вообще. Так, пучки кое-где стоят. Сейчас он усиленно кормится, пытается набрать жир. Спущусь сейчас вниз, покажу вам, что он сделал с нашим полем. Негодяй. Поеду проверю капкан. Поставил на выдру 3 дня назад на выдриной тропе. Охотится пока получается редко, очень много работы. Но с 1 ноября у меня отпуск 18-дневный. Будет что поснимать. На будущий год овес здесь будем сидеть снова. Вот эту полянку. Сейчас покажу. Вот эту полянку очистим от всякого мусора и полностью ее запашем. Полностью эту полянку запашем. Вот так вот. Ну и с этой стороны тоже запашем. Сделаем хорошую вышку. И посреди поля. Надеюсь, что на будущий год у меня уже будет нарезное оружие. Что, в общем, будем охотиться. Что еще хотелось бы добавить? Хотелось бы добавить следующее. Медведя видели ночью несколько раз. Средний такой медведь. Он, походу, сейчас здесь и живет. Далеко не отходит. Готовится к зиме. Доедает наш овес. Лицензии на медведя нет, поэтому его не стреляли. Так, ну, в принципе, не очень сильно. Лично я сожалею об этом. Пускай мишка ляжет сытым в берлогу. Удачно провести предстоящую зиму. Выживет. Когда-нибудь сведем с ним счеты. Не переключайте, сейчас спущусь вниз. Покажу вам, что медведь сделал с нашим овсом. Давайте. Так вот, ребята, медведь вытаптывает овес. Весь овес съеден. Смотрите. Все сожрал. Всю поляну. Все обосрал и сожрал. Вот так вот. Вот наш лабаз. Крышу мы на нем ничего так и не сделали. А руки не дошли. Вот так вот медведь ест овес. В чем отличие? Медвежий, как медведь ест овес и кабан. Если кто не знает, кабан он полностью состригает. А мишка, он мужик интеллигентный, поэтому он ест вот так вот, загребает овес. Все он у нас тут оптал. Посмотрите. Все съедено. Ничего не оставил. И вот я сегодня подходил. Вот тут дорожка у нас, тропинка. И где-то вот отсюда вот он, наверное, сорвался и убежал. Вечером не было возможности сюда появиться.
Думал с утра попробовать поохотиться на него. А с утра он тут и спал. И, соответственно, после того, как я ушугнул, возвращаться ему не захотелось. Зайдем еще на это, на соседнее поле. Везде его тропы. Вот говно медвежье. Это поле тоже. Ну, на этом поле еще колоски висят. Не так уж сильно он его обработал. Еще колоски есть. Ничего, не будем отчаиваться, на будущий год возьмем. Побольше опашем. Это полько у нас, значит, пробное. Попробовали его посеять. Прошлый год сеяли в другом месте. А нынче что-то мы решили здесь. Да, как бы для начинающих охотников могу дать, наверное, такой небольшой совет. Но ведь не сильно большой. Вот смотрите следы его. Вот след. Ну, примерно с мою руку. Для начинающих охотников такой дам совет. Если есть возможность сеять овес вблизи старых делянок, медведь находит его очень хорошо, так как малины обычно в делянках, малины, рябины бывают много, медведь в поисках ее набредает на овсяное поле. Так что я думаю, есть смысл сеять овес вблизи вот таких вот старых делянок. Мое личное, конечно, мнение. Тут у нас солонец в углу. Лось что-то. Кстати, друг у меня сидел на лабазе. Слышал лося. Ходил, мычал. Вот лабаз. Ладно, ребят, сейчас поеду проверю капкан. 3 дня он у меня стоит на удринной тропе. Приехал я, значит, времени совсем не было, и поэтому капкан даже поставил ночью. Сходил ночью, поставил. Сейчас пойду проверять. Давайте, не переключайтесь. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки. С вами был Серега.